Прялка, глиняные кувшины, ручная мельница, веретено, пряжа, традиционные вещи и горячие плацинды с творогом. В такой атмосфере в детском саду номер 2 Мартишор села Абаклия проходили посиделки с участием воспитанников дошкольного учреждения. Девочки вышивали, пряли, а мальчики теребили кукурузу. А затем малыши танцевали молдавскую хору, пели песни, рассказывали стихи и разгадывали загадки. По словам детей, они рады тому, что участвовали в посиделках. Тебя прокут еще заторя? Да. Что оно мечал мой молд? Кумдан семчиком тем. Кончику мама винила. Де че? Просто тересян. А знаем. Анкантат. Анкантат. Я зас пиперинц, что сынивады, как мы фачим наши затвари. Что тебе плакут чел мой мульт? Чел мой мульт кончили. Гнанансат дансур якая фетители. Традиционными посиделками остались довольны и родители детсадовцев. Я очень взволнован, потому что получил большое удовольствие, глядя на наших детей. Они очень старались, чтобы родители увидели, как они хорошо подготовились. Получил большое удовольствие от таких красивых, веселых посиделок. Увидел много интересного из того, что сегодня мы уже не делаем. Это был очень приятный момент. Как говорят воспитатели, к данному мероприятию они готовили малышей около месяца. Дети были очень активными, показали все, что мы запланировали. Хочу поблагодарить родителей за то, что они способствовали проведению данных посиделок. Наша цель состояла в том, чтобы разбудить в детях интерес к традициям молдавского народа, воспитать в них любовь ко всему прекрасному. Мы очень рады тому, что у нас получилось провести это мероприятие, потому что таким образом мы приобщаем детей к национальным обычаям. Делаем так, чтобы они их не забывали и передавали из поколения в поколение. Цель посиделок состояла в том, чтобы воспитывать детей в духе традиций нашего народа.